Точного места, где произошла битва узбекского войска Тамерлана с армией Золотой Орды Тохтамыша, никто не знает. Местные краеведы уверены, лагерь татар был в Кошках, лагерь узбеков у деревни Качкари Красноярского района. Чтобы восстановить полную картину минувшей войны, за дело взялся самарец Александр Назаров. Я себе все время задумывался, почему вообще битва здесь состоялась. На мой взгляд, если говорить кратко, причины две. Личный конфликт Тохтамыша и Тимура. И второе, здесь проходил самый северный караванный путь. Там был другой караванный путь с Самарканда, ну, в сторону современной Астрахани. И второй проходился через современный Иран. И здесь, конечно, был путь более безопасный, потому что там были войны всегда. И безопасность караванных путей, это было, ну, это бизнес. Памятный камень указывает место стоянки Тамерлана у деревни Качкари. Протяженность границы 32 километра по рекам Сок, Кундурчан и Рву, который соединил две эти водные артерии, образуя укрепрайон. Впечатляет и масштабное сражение. Поле битвы 20 на 40 километров. Аэропорт Курумыч как раз попадает в эпицентр исторических событий, а сейчас это главные воздушные туристические ворота региона. Поэтому краеведы решили построить мемориал Тамерлана Тохтамыша именно в этом месте. Эта битва, она не только являлась одной из самых крупных на Земле и, ну, на нашем континенте точно, по крайней мере, до 1941 года, но и явилась отправной точкой для возрастания могущество российского государства. Тамерлан выставил профессиональное войско. У Тохтамыша большую часть армии составляли ополченцы, поэтому исход сражения был очевиден. Победу одержал Тамерлан. Сегодня краеведы решили ударить автопробегом по местам боевых действий. Курумыч, Елховка, Кандыбулак. Мы хотим сделать, организовать туристический маршрут, уже посмотреть конкретно какие-то точки, определить направление, вот, и уже впоследствии, то есть, создать проект, который, в принципе, я думаю, мы уже через месяц, в принципе, может быть, и запустим. Планируем отснять документальный фильм полнометражный по этому поводу. Ну и, соответственно, уже в ходе съемок какие-то декорации вот уже потом остаются и используются уже в качестве каких-то туристических объектов. Доказать, что битва Тамерлана и Тохтамыша была не легендой средневековья, а реальным событием, местные краеведы готовы в сотрудничестве с институтами России и Узбекистана. Раскопки предполагаемых артефактов могут начаться в любое время. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.